Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Светлана из города Перт, Западная Австралия. Я люблю коллекционировать парфюмерию и рассказывать о своей коллекции. И сегодня я буду рассказывать о аромате Шалимар от Герлен. Я обещала давно. Вот такой вот знаменитый флакон Шалимара. Появляется очень много где в интерпретациях, если кто-то пытается нарисовать какой-то флакон, то обычно получается или Шалимар, или Мисс Диор, или Жадор, да? Такое вот универсальное парфюмерное изображение флакона. Эта книга об Эдмоне Рудницкий. Я не знаю, почему редактор выбрал рисунок флакона Шалимар, потому что Эдмонд Рудницко не делал аромат Шалимар, но тем не менее это еще раз иллюстрирует, насколько популярен этот аромат. Он вышел в 1925 году, и ему, получается, будет через 4 года 100 лет. Некоторые считают, что этот аромат является таким закладным камнем дома Герлен, и что без Шалимара дом Герлен никогда бы не стал таким популярным, какой он есть. Несомненно, в этом есть какая-то доля правды, потому что мимо Шалимара прошло столько событий, что он мог бы рассказать очень много нам о том, как это было. Вот это современный флакон туалетной воды, который у меня есть. О чем нужно сказать, когда мы начинаем говорить о Шалимаре? Нужно вспомнить, какое было время. 25-й год, 1925 год, окончилась Первая мировая война, началась эмансипация женщин, была эпоха арт-деко, если вы смотрели фильм «Великий Гэтсби», вот эти вот прямые силуэты платьев, освобождение женщин, женщины курят. И эпоха до этого представлена практически викторианскими женщинами, да, которые пахнут цветочками, ландышами, розами и прочими фиалками. И тут выходит аромат, который пахнет чем-то совсем другим, да. Легенда говорит о том, что Жак Герлен экспериментировал с ароматом жики и добавил слишком много ванилина. Ванилин тогда научились получать синтетически, это была не натуральная ваниль. Насколько я верю в эту легенду, наверное, есть... Да, я в нее очень верю, потому что вы знаете, что у нас у всех разное восприятие ароматов, и, к примеру, аромат жики мне пахнет галитозом, да, вот таким несвежим, нехорошим дыханием. И практически во всех ароматах Шалимар вот эта доля галитоза где-то есть, где-то там на фоне, где-то больше, где-то меньше. Потому что жики я совсем не могу воспринимать. Шалимар у меня был давно, и тогда я там не чувствовала эту ноту. Я ее почувствовала только так после жики. Я вдруг, она у меня так хорошо отпечаталась в мозгу. Верю в эту легенду. Также многие считают, что Шалимар был получен после того, как вышел аромат Коти Эмирот. Также нужно вспомнить, что Коти тогда был домом, пожалуй, даже более популярным, чем Герлен. Если вы читали мемуары Лили Брик, и не только ее мемуары, а книги о Лили Брик, которые имеют ссылки на письма к Маяковскому, когда он ездил в Париж, она ему заказывала какую-то продукцию, косметику. Она заказывала ароматы Коти и аромат Лореаль. То есть она не заказывала ароматы Герлен. Да? Оттуда мы это не слышим.
Считается, что не многими считается, не мной считается, я не знаю, я не настолько эксперт в парфюмерии, чтобы утверждать это с великой долей уверенности, что вот Эмирот от Кати был первым ароматом именно вот таким восточным, и, в общем-то, Шалимар это его повторение. Эмирот Кати вышел в 1921 году. Более того, вот такая форма флакона считалась пионерской, но если вы пороетесь в истории, то найдете, что эти флаконы, вот такой же примера формы флакон, был выпущен другим домом, по-моему, в 19 году. Конечно, он не с таким красивым, не с таким, не с такой красивой крышкой. Вот, собственно говоря, история, когда этот аромат вышел. Эмансипированная женщина, курящая, более раскрепощенная сексуально, да, может себе много позволить. И ей хочется пахнуть чем-то соответствующим. Можно сказать, что Шалимар – это один из первых восточных ароматов. Восточная группа – это обычно амбра-ваниль, смолы-ваниль, смолы, что-то сладкое. В общем, все такое немножко липкое, да? Восточная группа. При этом, насколько правильно называть ее восточной, я даже не знаю, потому что если мы говорим, Восток вообще бывает разный. Есть Дальний Восток, Япония, Корея, Китай, Север Китая, скажем, да. Там женщины любят очень свежие, очень чистые ароматы. Это цветы, это цитрусовые. Вот потом уже недавно появились акватические ароматы. Недавно я сравниваю с многолетней историей. Акватические ароматы. Если мы говорим о Ближнем Востоке, то это будут какие-то ароматы, пожалуй, тяжелые, но тоже цветочные. Это ут. Да, это амбра, но она совсем не такая амбра, как то, что мы считаем амброй. Это сочетание лабданума и ванили. Ну, не будем придираться к названиям, да, и скажем, будем говорить о Шалимаре. Когда я готовилась к этому видео, я поняла, что видео будет не таким, как мне бы хотелось бы, что тема Шалимаров будет не раскрыта, и что я теперь хочу в свою коллекцию совсем другие Шалимары, чтобы рассказать, чтобы самой, во-первых, пройти через эту историю, да, приобрести этот опыт знакомства с другими шалимарами и вам рассказать. Почему? Потому что мои шалимары – это достаточно новые шалимары и, пожалуй, основаны на в том вкусе парфюмерном, который у меня был уже давно, да, то есть мне раньше нравились ароматы более свежие, более современные, а сейчас мне хочется чего-то более такого глубокого, да, и более сложного, глубокого, и, наверное, история шалимаров как раз именно об этом. Из классических шалимаров у меня есть только шалимар в туалетной воде. Он мне достался случайно. Вы видите, это современная версия. Это или 2007, или 2017 год. В общем, семерка. Да, и будем сейчас ее пробовать. Я все это уже протестировала на себе последние несколько дней. Чем пахнет? Пахнет кисперидами, цитрусовыми вверху, галитозом от Жики, амброй, конечно, вот эта смолистость есть, и то, что считают знаменитым запахом шалимара, запах жженной резины, не при, да, здесь присутствует, и не могу сказать, что
Да, что он достаточно сильный. Запах жженой резины. А оригинальный шалимар, он у меня был. Он у меня был давно. Он мне не понравился, я его продала. Причем он у меня был в хрустальном флаконе, старом, и в версии духи. Теперь я хочу его назад, чтобы рассказать вам больше о хрустальном флаконе и о версии в духах. Что же должно быть в оригинальном шалимаре, которого у меня нет? Очень богатые цитрусовые верхи, это бергамот, лимон, мандарин. В середине ирис, пачули, ветивер, жасмин, роза. И в базе очень богатая база. Амбровая, такая смолистая. В нем должна быть ваниль, естественно, много ванили, бархатной, вельветовой такой ванили. Ладан. Кожа, цветин. Тонко, мускус, апопонакс и сандалон. Очень-очень сложная, богатая база. И в оригинальном аромате шалимар, насколько я его помню, она была и пахла она очень винтажно, очень сложно винтажно. Поскольку я не была любительницей, до сих пор, наверное, не могу сказать, что я дружу со всеми амброво ванильными ароматами, то есть Восток это, пожалуй, не мое направление, но тем не менее есть очень много исключений, и теперь у меня обсессия с поиском нормального шалимара. Выпускался шалимар сначала во флаконе Бакара. Этот флакон был похож, он был хрустальный, он был примерно такой же формы. У него была синяя крышка, которая изображает фонтан, да, и овальная, более такая широкая ножка и круглая, как это называется, лодыжка, да, пусть будет лодыжка. Здесь был так называемый дельфин, это этикетка, на которой было написано просто одно слово «шалимар». Потом эти флаконы менялись, они выпускались в хрустале, они выпускались в обычном стекле. Они даже во время войны выпускались вообще не в этом флаконе. И вот сейчас современный флакон, практически все, что я вам покажу, будет вот такой стандартной форме флакона, за исключением двух ароматов из 2000-х, у которых флакон попка, я его называю, я вам покажу. Те, кто помнят этот аромат у своих мам, это обычно те, кто родились в 40-х, 50-х годах. То есть это уже поколение моей мамы, да. Естественно, я этот аромат помнить не могла. И когда я росла, вот 80-е, в 70-е, 80-е в Советском Союзе, этот аромат не был очень популярным. А когда начались 90-е, это было время уже моей молодости, и вот это считалось таким бабушкиными духами, неинтересными. Была акватика, было очень много новых химикатов, новых абстрактных духов. Вот, к сожалению, не могу вспомнить этот аромат из своей молодости. Что меня побудило, собирать шалимары? Вот этот флакон у меня оказался совершенно случайно. Я покупала другой аромат, но он продавался только в паре с этим. И когда я его получила, я даже расстроилась, что мне придется как-то опять озаботиться его продать, но решила оставить. И через какое-то время вдруг оказалось, что
У кого-то я услышала про аромат Шалимары Нишаль. И первый, который появился из серии Нишаль, был Нишаль Лё. Это аромат, который я обычно ношу на выход. То есть у меня даже нет мысли, что в чем я пойду в этом. У меня примерно несколько сотен флаконов, и я думаю, это достаточно хорошее подтверждение того, насколько мне нравится этот аромат. Я его обожаю. И вот, пожалуй, с этого аромата началась моя коллекция шалимаров. Мне все хотелось узнать, чем же пахнет шалимар. И есть ли еще что-то такое же красивое, такое же замечательное, как аромат шалимар лё, Нишаль лё. Вот. Не буду рассказывать про сады шалимар, все знаете. Единственное, что интересно из садов шалимар, это форма флакона. Если встать лицом в конце вот этого бассейна, которое окружено кустами, да, из которого бьют фонтаны, и посмотреть на арку, которая построена в садах шалимар, то вы увидите вот эту вот форму флакона. Я сейчас попробую вставить картинку, на которой это очень хорошо видно. Следующий аромат 2009 года. Он вышел во флаконе с попкой. Я их называю вот эти флаконы с попкой. Да? То есть у них нет ножки, а они такие приземистые. Эти флаконы выходили в 2000-х годах. Они были и обычный шалимар в них выходил. И вот два фланкера Оде Шалимар и Шалимар легкий, леджеры, да, то есть легкий шалимар. Многие сходят с ума по этому аромату Оде Шалимар. И, знаете, я по нему с ума не схожу, но, учитывая мой прежний вкус, этот аромат, он более современный, он более гесперидный, легкий и свежий. Несомненно, в нем есть вот это вот ржаной резины я не чувствую, но галитозик есть тут немножко, да. Верхние ноты здесь цитрусовые. Причем цитрусовые — это лайм, апельсин и бергамот. Средние ноты цветочные. Ну, вот мне в шалимаре очень сложно распознавать эти цветочные ноты. Жасмин и роза, и в базе ваниль и амбра. Ну, уже из пирамиды ароматов понятно, из официальной пирамиды понятно, что этот аромат, он использует более минималистичную формулу, чем оригинальный. Он звучит более современно. И, в общем-то, это такой очень легкий цитрусовый шалимар. Если вы не любите шалимары, если они вам кажутся какими-то очень тяжелыми, слишком сладкими, слишком такими надоедливыми, бывает такое у восточных ароматов, то Оде Шалимар, пожалуй, это более носибельный аромат для вас и для меня тоже. То есть я очень рада, что я с ним познакомилась. Сейчас я могу сказать, что он мне не очень нравится. Он недостаточно для меня такой характерный. То есть мне кажется, ему не хватает характера, но как раз это качество может вам помочь подружиться с шалимарами и найти, начать знакомство. Ну, по крайней мере, его можно носить без риска кого-то им напугать или задушить.
Наверное, даже на работу можно носить. И он снятый, его сложно найти иногда, но я вижу, часто он попадается по нормальной цене. Вот у меня в тестерном флаконе в 2009 вышел флакон с белой этикеткой, а потом вышел очень красивый флакон, с белой крышкой он был, очень красивый флакон Eau de Шалимар Charms, да, то есть с подвесочками и очень красивыми рисунками. Вот какая-то версия, я не знаю, но... Да, такой хороший цитрусовый современный аромат. Вот Eau de Шалимар и Шалимар Парфюм Леджере, они рекламировались, на рекламе были три девушки, одеты в одежде 2000-х, совершенно разных цветов. Если вы посмотрите на классические Шалимары и на их рекламу, то начинались они как с девушки арт-деко. И дальше практически на протяжении, наверное, лет 60, это были очень элегантные постеры. Женщины в основном одеты в черное, в темно-синее и иногда золотое. Очень много голубого цвета на постерах, золота и черного цвета. А вот именно когда вышли ароматы в пупках, да, а они были более современные, менее элегантные, такие более беззаботные. А также на протяжении многих-многих лет, если вы увидите рекламы аромата Шалимар, то на них почти на всех так или иначе написано одно сообщение, что это символ элегантности, а второе сообщение, что это прекрасный подарок. То есть замечательно. Реклама, там можно делать целую, наверное, работу для тех, кто изучает рекламу и воздействие ее на покупательное, на хотелку, в общем, на покупательный центр человека, если такой есть. Где расположен флакон, в каких углах, то есть там по вот этим рекламам только классического Шалимара можно написать целую научную работу, какой из них привлекал бы более внимание, и они все сделаны очень классно, то есть вообще замечательно. Вот. И до Eau de Шалимар вышел аромат в таком же флаконе, в голубом. Он назывался Шалимар Eau Légère. Я могу ошибаться, это по-французски. По-английски это просто легкий аромат, light fragrance. Сейчас мы его будем пробовать. Я это все перепробовала уже много-много раз. И сейчас... Вот. В общем, я, пожалуй, скажу, что это мой самый нелюбимый Шалимар из тех, которые у меня есть. Мне он не нравится даже больше, чем аромат в туалетной воде. Официально заявленные ноты – это лайм, бергамот и зеленые ноты в пирамиде, но мне здесь в верхних нотах кажется лимон из чистящих средств. То есть он настолько мне прямо такой вот, чуть ли не с хлоркой, знаете, и даже не лайм. Вот именно каким-то чистящим средством, извините, пожалуйста, те, кто его любит, я ни разу не слышала, чтобы его кто-то обозревал, но тоже достаточно дорогой аромат. У меня тоже в тестере, у них у обоих вот этих флаконов, Eau de Шалимар и у этого немного другая крышечка такая с шейкой длинной, которая мне очень нравится, форма мне нравится. Здесь также есть роза и жасмин, которые должны быть в любом уважающем себя Шалимаре, а в нижних нотах пудра и ваниль. Вот, да, я согласна, пожалуй, в этом Шалимаре очень мало от настоящего оригинального Шалимара. Здесь нет ни галитоза,
ни резиновых нот, ни смол, ни амбры. Вот, видимо, сочетание белого мускуса, который здесь заявлен как пудровые ноты, и цитрусовых в форме, наверное, я не знаю чего, но мне пахнет стиральный порошок с лимоном. Вот, да, стиральный порошок с лимоном, либо кондиционер с лимоном. Ну, вот как-то вот это так пахнет. В общем, если хотите пахнуть этим, то не покупайте, в общем, вслепую. Так вот я вам скажу. Потому что он, наверное, даже не безопасен для тех, кто не любит шалимары, а любит свежие ноты. Потому что очень он уж такой чистящий, аромат чистящего средства. 2004 год. Вот. Дальше пойдем по тем шалимарам, которые мне нравятся. Следующий флакон — это Шалимар Колонь. Не путайте его с шалимаром Eau de Cologne, который также до сих пор продается. У меня не было шанса пока его попробовать. Я слышала очень много хороших нот. Но также я поняла, что для меня это не является приоритетом его тестирования, потому что он похож на то, что у меня уже есть. Будем распылять. Этот аромат вышел в 2015 году. Автор Тьерри Вассер. И почему я его приобрела? Потому что кто-то сравнил его с ароматом Инишаль, Шалимар Инишаль. И мне хотелось много Инишалей, чтобы их все попробовать, какие бывают Инишали. Ну, я вам скажу, что, пожалуй, что нет. Если совсем не знать шалимары и попробовать Шалимар Колонь и Инишаль, то, конечно, можно сказать, что сходство есть. Или если знать оригинальный шалимар, то, пожалуй, вот этот аромат Колонь, он больше похож на Инишаль, чем на оригинальный шалимар. Это такой цитрусовый шалимар, тоже очень безопасный, его можно носить на работу. В верхних нотах я чувствую такие общего плана цитрусовые, то есть очень сложно сказать, какой именно здесь цитрус. И в пирамиде заявлены лимон, бергамот, лайм и грейпфрут. Но вот мне почему-то кажется, что здесь еще есть и апельсин. В общем, это такой цитрус, самый такой дженерик, как по-английски говорят. То есть, такой эталонный цитрус, когда сложно сказать, что именно это. И это очень хорошо именно в этом аромате. А в средних нотах, как во всех шалимарах, должна быть роза и жасмин. Но здесь заявлена фрезия. Обычно я попробовала недавно фрезию несколько месяцев назад в лесу. Здесь растет фрезия. И она пахнет вот именно вот каким-то дешевым туалетным мылом. Да? То есть, наверное, в каких-то туалетах в детском саду, в школе, если там лежит мыло в госпитале, то оно как-то так пахнет. Вот у меня какие-то ассоциации с этим. Я понимаю, что сейчас уже не то мыло, не те детские сады, не те госпитали, не те туалеты, но вот как-то мне пахнет оно каким-то вот чем-то таким. Ну, в общем, здесь этого нет. Слава богу, мне это очень нравится. В базе здесь ваниль, ирис и белый мускус. Мускус здесь не порошковый. Вот этот аромат не пахнет никаким чистящим средством. Он такой очень замечательный, мягкий, круглый. Он не такой вот одеколонистый, хоть он колонь называется, но он именно очень хорошо сделан. Немножко ириса, немножко пудрова. То есть такой очень замечательный шалимар для тех, кто не любит шалимары. Это тоже очень хороший аромат для знакомства с шалимаром. Пожалуй, если бы я выбирала между Eau de Шалимар и Шалимар Колонь, то я бы выбрала Шалимар Колонь. Он мне больше нравится. Он, мне кажется, более интересно сделан. А более того, его еще можно купить. И сейчас он на распродаже. Да почти везде онлайн. Если вы
пойдете в онлайн, возможно, он есть в вашем магазине. Стоит он недорого, мне он обошелся, наверное, за 100 миллилитровый флакон примерно в 50 австралийских долларов. То есть такой очень сильный, очень круглый, такой вот базовый аромат, который можно носить и утром, и вечером, и днем, и хоть куда. То есть если, ну да, главная его ценность, что он хорош для знакомства с шалимарами, если вы не восточница, не любительница тяжелой артиллерии в парфюмерии. Вот он наш красавец такой. Следующий аромат я купила из-за флакона. Вот в такой коробке в 2019 году вышел аромат Шалимар Суфль Доранжер. Суфль апельсин, да. И у него был очень красивый флакон. Причем, когда я его покупала, не было тестера в магазине. То есть я видела его в рекламе только, этот флакон. Я, насколько понимаю, это версия Суфль. Но что изменено в этом аромате, это нота апельсина. То есть до сих пор в шалимарах нота апельсина, ноты флер д'оранжа не было. Сейчас будем наносить. Такой же точно флакон, только с рисунком вот такие вот кляксочки апельсинчиков, то есть либо апельсины, либо апельсиновый сок. Как всегда, красивая голубизна шалимара. Автор Тьерри Вассер. Автор предыдущего аромата тоже Тьерри Вассер. И на выходе немножко стирально-порошковая. Флёр д'оранж иногда дает такую ноту. Сладость. Иногда очень даже немножко приторная. И вначале даже не очень понятно, что это шалимар. То есть апельсин, очень сладкий флёр д'оранж, нероли. Вот именно вот эта сладость нероли, сладость флёр д'оранжа. Также заявлен бергамот и листья цитрусовых, ветки цитрусовых. Заявлен жасмин. Я их не чувствую. Наверное, вот эти цветы, белые цветы цитрусовые, они тут любой жасмин задушат в зародыше еще, в стадии эмбрионального развития. И в базе ваниль и сандал. То есть, если посмотреть на пирамиду, то в ней можно найти только какой-то, даже, пожалуй, и не ссылку на пирамиду шалимара. Это что-то совершенно новое, неролево, сладко-цитрусово, цветочная ваниль. Но, что самое интересное, когда его наносишь на кожу, и вот эти первые ноты постепенно уходят, то только в одном из этих ароматов, которые я сегодня показала, кроме шалимарской туалетной воды, есть нота жженой резины. Только в этом. И она причем такая, вот знаете, минерального масла, вот чего-то такого. Вот, и даже сейчас она уже появляется, она тут есть. Здесь тоже нет галитоза. Я не могу сказать, что это хорошо, я вам потом объясню, почему. Вот. В прошлом году вышла парфюмерная вода Шалимар тоже в лимитированном издании, и там такие очень красивые оранжевые апельсинчики. И часто теперь эти флаконы фотографируют вместе, потому что они очень друг к другу подходят. И теперь я прихожу в магазин, когда я пришла в магазин, там был тестер, но аромат этот уже исчез с продажи. То есть я его покупала тоже по сниженной цене в начале 2020 года. Сейчас появляется он на eBay иногда, но в нормальной продаже я его уже не вижу нигде. Если вы любите
нероли и флёр д'оранж, и вам не хочется сильно одеколонистого аромата, или вам не хочется чего-то такого суперсладкого, как сейчас делает флёр д'оранж, вот только что у меня вертелось в мозгу, какой аромат с флёр д'оранжем, очень сладкий, то вот эта вот версия где-то средняя такая. Ну и для коллекции, конечно, очень красивый такой флакон Шалимар. Да? Вот. И современный аромат, вот который сейчас есть на полках магазинов, это Шалимар Суфль. Я решила приобрести его в парфюмерной воде и во флаконе лимитированного издания. Когда он продавался, также была распродажа, и я его на самом деле распаковала только вот сейчас для этого видео, потому что необходимости пробовать его у меня не было. Суфль продается везде. Посмотрите, какой красивый флакон. Тоже в лимитированном издании есть флакон 2017 года, 2016. Насколько я понимаю, там находится такой же суфль, ничего нового, в парфюмированной воде. Сейчас будем наносить его. Аромат, автор аромата Тьерри Вассер. Да, мне Тьерри Вассер очень нравится. Вот. Суфль. Вот здесь такие очень сильные лимонные ноты. Многие сравнивают версии Суфль Интенс, Суфль Люмьер с лимонным каким-то десертом. И да, я согласна, есть в нем что-то десертное, но в то же время есть в нем что-то такое современно офисное. Скорее всего, так и определяю мускус. Свежесть тут придают ноты цитрусовых, лимон, бергамот, мандарин. И также здесь не заявлена роза, но заявлен жасмин, заявлен флёр д'оранж. Но если сравнивать его с флёр д'оранжем в версии оранжер, то здесь он очень нежный, потому что в оранжер он очень убойный. Вот здесь флёр д'оранж вместе с апельсином просто такие в версии танка Армада, а здесь они в версии лебединой песни. Заявленные две ванили и мускус. Вот мне кажется, вот это очень современный Шалимар. Многие считают, что многие его любят больше всех Шалимаров и считают, что прямо лучше ничего нет. Но сдается мне, что если это так, то ну, вот этот аромат мало похож на Шалимар. Да, что-то есть где-то. Совсем нет вот ни дымности, ни покрышек жженых, ни галитоза. Извините. В общем, ничего такого интересного нет. Носибельные, прекрасные, шикарные флаконы. Вообще, Шалимары в лимитированном издании, мне кажется, можно покупать как, может быть, даже как инвестиция, это безопаснее, чем золото, потому что они не теряют в цене. То есть с этим практически невозможно ошибиться. Постепенно их, наверное, не так много выпускает. Вот. То есть, если вы хотите от него избавиться, то если вы потеряете в цене, то не очень много. И налоги с вас не возьмут. Вот. Вот, учу вас прям чем-то нехорошим. Замечательный суфль. Мне он тоже очень нравится. Он очень современный. Но от Шалимара там осталось довольно мало. Я думаю, что это нравится миллениалам. И я их понимаю прекрасно, то есть мне тоже это нравится. Но теперь, поскольку я уже глубоко влезла в перенюхивание ароматов, мне хочется чего-то более сложного, более тяжелого, более глубокого. И у меня теперь моя хотелка зацепилась за поиск оригинального Шалимара.
Ну и теперь, из-за чего, собственно говоря, все началось. Шалимар и Нишааль. Можно вот так, да? Такие вот есть версии. Можно вот так, да? Вот. Начну с Шалимар и Нишааль-Ле. Ле вышел в 2012 году. Его автор тоже Тьерри Вассер. И вы видите, форма флакона меняется от современной традиционной. Он более удлиненный, но ножка такая же. И жидкость, она... Вы знаете, по-моему, флакон, он розовый. То есть розоватый флакон сам, жидкость, пожалуй, желтая. И у него такая кисточка, розовая, красивая кисточка. И вот эта вот шапочка, она такая более голубая, чем синяя. Я, насколько помню, в одной из реклам этого аромата снималась Наталья Водянова. И, а нет, Наталья Водянова снималась Суфль Интенс. И вот, вот такого цвета красивого ее глаза на рекламе сочетались с крышечкой. Как я уже сказала, это мой выходной аромат. Я в него влюблена со страшной силой. Сейчас еще раз буду его распылять. Он такой, вы знаете, мне кажется, если в парфюмерии есть гламур, да, то вот это вот от слова гламур. Все гламурно. И флакон, и кисточка, и сам запах. Он такой очень гламурный. Он прямо такой розово... Он розовая сладкая пудра. То есть, если гламур бы пах чем-то, вот сказали бы, вот чем пахнет гламур? Я бы сказала, да, он пахнет этим. Он пахнет каким-то шелково-кружевным бельем. Он пахнет каким-то будуаром, вот таким вот, знаете. Он пахнет вот этими тонкими чулками, шелковыми простынями, какой-то косметикой дорогой, вот в герленовской упаковке, да. Мне очень сложно разделять его на ноты, но что я вам могу сказать, вот здесь очень хорошо чувствуется нота галитоза, вот этого вот мерзкого противного дыхания больного. Но как в ароматах амуаж, здесь эта нота создает очень хороший баланс между вот этой сладостью, чистотой и вот этой вот нотой. То есть аромат получается очень комплексным. То есть если бы я не знала Жики, то я бы никогда эту ноту не нашла. То есть вы, у меня тоже немножко искаженное восприятие, возможно, у вас такого нет. Но... именно здесь, именно вот эта вот неприятно пахнущая нота, она придает изюминку аромату. Также вот здесь очень сильная пудровость, сладкая пудровость. Да, здесь это ирисовый аромат прежде всего. Я почему-то всегда считала, что оригинальный Шалимар тоже ирисовый. Но это была глубокая ошибка. Здесь есть вот ирис, гиацинт, фрезия, тоже не мыльно-туалетная. Также заявлен ландыш, но я его не чувствую, нероли я тоже здесь не чувствую их по отдельности. Очень хорошо чувствую ирис. И вот эту вот сладкость, наверное, придает все-таки нероли, но он так хорошо собран, этот аромат, что вы не понимаете, что это нероли. Вы понимаете, что это сладкое, вот такое розовая пудра прямо вот. Он очень молодой при этом, да. Ну, естественно, в верхних нотах тут заявлены цитрусовые. Также есть ваниль. Видимо, сладость придается ванилю. И бобы тонка. Бобы тонка, они придают какую-то косточковость. Ванильную косточковость, да. Но я тут не могу сказать, чем это пахнет. И вообще у меня большой вопрос к Шалимару. То есть я все хочу узнать,
И вот гжики тоже. Что же там пахнет вот этим галитозом? То есть, когда смотришь на пирамиду ароматов, вот, например, он есть здесь, он есть в туалетной воде, он есть в жики, но его нет в других ароматах, которые я сегодня вам показывала. При этом это никак не соотносится к нотам аромат. То есть я не могу сказать, что есть какой-то компонент вот в этих трех, а в тех других его нет, который отвечает за эту ноту. Но вот, видимо, все-таки есть какая-то хитрая формула у ароматов Шалимар. Вот, переходим к следующему из этой же серии. И следующий аромат Шалимар Инишиаль Безле. И он выходил вот с такой красивой голубой кисточкой. Да? Кисточка была девственная. Я с нее только что сняла упаковку именно для этого видео. Так что она у нас, видите, какая еще не троганная никем. Будем распылять этот аромат. Почему я вам его показываю вторым? Потому что я с ним познакомилась позже, чем с ароматом Ле, хотя он вышел на год раньше. Этот аромат вышел в 2011 году, тоже сделан парфюмером Тьерри Вассером, который является штатным парфюмером дома Герлен. Что в этом аромате по ощущениям другое, чем Ле? Он немного, он не такой пудровый. Он более строгий, он не такой сладкий. В нем есть какая-то кислинка. И когда я смотрю на пирамиду, я вдруг понимаю, почему. То есть, вот этот аромат, он такой, если скажем, вот этот больше подходит для коктейлей и всяких, например, буфетных ужинов с шампанским в ресторане у моря. У нас такой есть здесь, прямо рядом. То вот этот для более таких официальных ужинов, пожалуй, когда мы сидим за столами и пьем какой-нибудь Sauvignon Blanc или красное вино. Вот. Если посмотреть на ноты, что здесь по-другому, здесь заявлены пачули. Да, вот он такой менее воздушный, более такой приземистый, ветивер. Заявлена роза, но я не могу различить розу ни в том, ни в этом аромате. Также заявлена карамель. Не могу сказать, что вот этот аромат слаще, чем тот. Он более строгий, более такой приземленный и официальный. Мускус и тоже бобы тонко, ваниль, конечно же. Я сейчас рассказываю про разницу между Ле и Инишиаль Ле и Инишиаль. Я не рассказываю про, не сравниваю с ароматом Шалимар больше, с оригинальным. Вот. Вот этим они отличаются. И последний в этой серии это Инишиаль Ле Сенсуэль. Вот с такими красивыми пушистиками. Тоже я сняла прямо перед этим видео. В таком целлофановом пакетике было. Чтобы вам показать во всей красе, гламурно. И сейчас будем его распылять. Какой он хорошенький, да? У него матовое стекло, да, не прозрачное стекло, как у аромата Ле. Это Ле Сенсуэль. Кстати, нигде не написано Сенсуэль. Написано просто Ле. Но вот разница, если вы хотите различить, то здесь написано Шалимар, название белым, здесь голубым. На обоих написано Ле. И этот флакон прозрачный, этот матовый. Здесь розовая кисточка, такая из мерсеризованного хлопка или еще то из чего такого, а здесь прям пушочки. Сейчас будем наносить его и сравнивать.
Ну, что могу сказать? Могу сказать, что он намного слабее, чем аромат Лё, Иниша Лё. И вот если это мы идем, танцуем, пьем шампанское, коктейли и выдаем танцы, то это мы уже идем куда-то спать. Он такой более не пастельный, он постельный, да. Он такой приглушенный, он не яркий. То есть, если это такая же пудра, как в аромате Initial Lo, то эта пудра более мелкая. То есть, она прям такая, это не такой плотная, не такая плотная пудра, не такое облако большое, не так далеко распыляется. Это вот, знаете, вот так вот когда-то у Герлена, и сейчас, наверное, есть с грушей такие пудры для тела парфюмированные. Вот это, наверное, вот если вот с той пудрой воспользоваться. А Лё, это если взять рассыпчатую пудру и вот так всю коробку на себя или воздух вылить. По нотам, пожалуй, очень похоже, вообще по ощущениям очень похоже на Инишаль. То есть, если их сравнивать на параллельных затестах, то у них будет примерно одинаковое послевкусие. Ну, вот этот более такой, вот этот более шелковый, знаете, а тот, так это вообще не... сейчас фрезии запахло откуда мыльцем. Здесь также заявлены ноты бергамота, грейпфрута, нероли, очень много ириса, ваниль, бобы тонко, жасмин. Что еще интересно, когда я перед видео обычно пробую ароматы, чтобы освежить в памяти, что было, и я наносила несколько ароматов, и в то же время нанесла туалетную воду покрышками, да, которая пахнет, и вот этот аромат вот тут на локтевые изгибы. В общем, могу вам сказать, что вот этот у меня исчез буквально в течение часа, не было практически никаких следов того, что я им пользовалась. Вот этот был там до утра. То есть, казалось бы, да, оригинальный Шалимар, который считается тяжелым, и вот это вот фланкер-фланкера, да, фланкера-фланкера-фланкера, он очень хорошо держался на коже. Вот из всех ароматов, которые я вам сегодня показала, вот этот был самый нестойкий. Пожалуй, самый стойкий здесь Энишарлё, как ни странно, да. Вот на сегодня все о шалимарах. Я после того, как сама изучила тему шалимара, на тему шалимара можно книгу написать, можно кино снять, можно снять видео, которое будет длиться, можно сериал снять на тему шалимаров, потому что в них столько истории. Практически любая парфюмерная книга, да не практически любая, а любая, будет содержать так или иначе Шалимар. Даже вот, к примеру, книга об Эдмоне Рудницкий, которую я вам сегодня показала, она, насколько мне известно, в содержании не имеет ссылок на Шалимары, хотя этого не исключаю, потому что Шалимар такая икона в парфюмерии, что сложно без него обойтись. И даже на обложке вдруг появляется Шалимар, даже без названия. Но в современной версии флакона, кстати, почему, непонятно. Никак не обойдемся, так что, наверное, не скоро, но я буду выпускать еще одно видео. Мне теперь интересны самое главное забыла. Мне теперь интересны шалимары винтажные. Часто говорят, что они все потеряли и уже там и смотреть не на что, только деньги тратить. Но знатоки говорят, что это в зависимости от того, как искать. Вот. Почему я так долго не выпускала это видео? Потому что я ждала, что мне удастся приобрести лимитированное издание парфюмерной воды, которое вышло в прошлом году во флаконе с апельсинами.
Вот сейчас я вам покажу эту картинку. И также аромат Шалимар Фильтр, который тоже вышел в прошлом году. И к нам в Австралию ни тот, ни другой не попали. Вот эта картинка Шалимара Фильтр. А также есть очень много шалимаров, которые мне вообще неизвестны. Они еще иногда продаются. Это была целая серия ванильных шалимаров, которые назывались Ваниль То, Ваниль Это, Мадагаскар, Мексика и так далее. Был шалимар дымный. Мне бы тоже хотелось на него посмотреть. В общем, и также мне хотелось протестить одеколон Шалимар в дисковой бутылке. Это мне все хочется. И вот теперь я настроена на шалимары. Я приобрела шалимары прошлого года, и лимитированное издание и фильтр, но они сейчас, я их приобрела в стране, с которой нельзя переслать эти ароматы в Австралию. Я отправила их к своей подруге, и теперь буду ждать, когда можно будет каким-то образом их сюда перевезти. Либо я туда поеду, либо она сюда поедет, либо еще кто-то поедет. Вот, спасибо большое, что вы смотрели мое видео о шалимарах. Расскажите, пожалуйста, свое впечатление об аромате шалимар. Какие именно версии вы любите, что вы мне порекомендуете еще попробовать. Если кто-то чувствует ноту галитоза, пожалуйста, напишите мне, потому что я хочу знать, что я такая не одна. В целом, спасибо вам, хорошего вам дня, и через неделю я вернусь, наверное, с каким-то обзором своих новых ароматов. До свидания.